Надеюсь, что наш позитивный корреспондент Надежда Москва продемонстрирует нам еще не один пируэт на льду. Юмористическую тему продолжит наша следующая рубрика «Новости сети». Подборку самых смешных и популярных видео подготовила Мария Демидова. И наше первое видео доказывает, что собака не только лучший друг человека, но и лучший первый учитель. Вы только посмотрите, как домашний питомец своим примером мастерски учит малыша прыгать. Недаром видео пользуется бешеной популярностью среди пользователей интернета. А это видео гуляет на просторах Рунета с пометкой «Водитель маршрутки от Бога» не просто так. Кризис бьет по всем фронтам. И рост цен толкает потребителей на отчаянные поступки. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Авторы этого шедевра явно не предполагали, что видео, где Мишка чешет спину о дерево, с музыкой заиграет совершенно иными красками. Ну и напоследок встречайте, победитель шоу «Танцы» на любом телеканале нашей страны. Боже, мама, мама, я схожу с ума, ее улыбка, мама, кругом голова.